Сегодня в этом ролике вы увидите, как я прошел калибровку в новом премьере и какой рейтинг мне дали в итоге. Скажу спойлером, мне не понравилось, и я расскажу почему. Давайте не будем медлить и приступим к ролику. Оу! Флешку, моменталку, бомбу, шлеву, зубом. Это просто позор. Раз, два, три. Что я утворю? Одну он спот... Я пошел в пати с АБГ 15 тысяч рейтинга и играл все игры с одним и тем же составом, чтобы наверняка мне дали бы больше очков. Чем сильнее ребята у вас в пати, тем выше вы получаете рейтинг. Это доказал Simple, где он играл со слабыми игроками и в итоге получил 9 тысяч рейтинга при хорошем винрейте. Ну а также влияет еще и ваш КД в катках, поэтому чем больше, тем лучше. А не слышишь, Диба? Я зашел на мид, дайте зафармить. По тебе играю. Флэш кинул. Ой-ой-ой-ой-ой. Дерись, Ташок, а что? Где вас? Вас ладеря. Сейчас пик. Я не стрелять вообще не буду, понял? Оо, первая же катка, первый же из. Не знаю. Он в прыжке. Молодец, молодец. Ой, я его в дым убил случайно, извини. Давайте еще одну. Точнее, давайте еще 9. Верха не дали. Да, флэш. Мейн. Хэвен. 2-2 мейн. Убил Хэва. Упор Аква, упор Аква. Я думаю, у меня. Да, у меня. Под девяткой. Я зарежу. Ладно. Возможно, не было зарезать. У тебя парашют с собой? Ох, первый промах. Отлично. Ой-ой-ой. Это было красиво. Очень красиво. Он так далеко был, кошмар. У меня как будто не было. Ой-ой-ой. Как это сделал нахуй? Молодцы. Когда я играю с киберклуба Сабершок, у меня все хорошо. И герцовка, и плавность, все супер, как будто другая игра. Но здесь, за компьютером, все так ужасно. Каждый день по-разному ощущается игра. И я чувствую вот это слайд-шоу, картинка просто тянется. А если что, у меня видеокарта 4090, куда еще лучше? Но явно есть какие-то проблемы. И я уверен, что это дело все-таки не в игре, а в компе. Но разработчики добились того, что у меня есть какие-то проблемы в CSGO, такого не было. Понятное дело, что игра в бете, но она не в бете уже. Уже официально. Чтобы вы понимали, насколько мне сейчас некомфортно играть дома, я выключаю второй монитор. И как будто становится лучше. В общем, надо думать и смотреть, я напишу в своем телеграм-канале, если я как-то решу этот вопрос. Убила. Я тебе проход дефолт заберу. Вам Олька, я. Порт один пикает. Запушил. Бля, у меня слайд-шоу на экране. Как исправить эти лаги? Бесит. Если я выключу БС, будет все хорошо. Это фаст. Очень хорошо, толстяк. Если выигрываешь, 1000 рублей на киви. Я специально проиграю, я не хочу поблажек этих. Да нет, как выиграть? Я глубокий смог даю. За белым, бля. Парик, парик. Блять, что я творю? Неплохой Эрик был. Ванвей. Блять. Шорт уже, шорт прошел. Пачка я, вол. Что я творю, блядь, мне раздражает, у меня игра лагает. Под коврами. Найс. Гага. Я чисто. Пончик. Соберите мне даль сразу. Дал, парень, дари. Читер или... Я за стеной умер, Эрик, ставь. Ебать, что? Еще старт. Да нет, это софт, мастер. Не-не, да, он софтом. Да, он с щитом, парни, я буду, он с щитом. Сзади. Он в упоре. 9-9, меня тикает. 9 лапы. Хорош. Тут слева стоит ряд. Вот тут сразу блин, слева. У меня есть флешка лезет. Ну он спот... Что это? Молодец. Ну первый читер. Или два читера. Второй тоже читер. Процент встретить читера топ фиолетового рейтинга это... 10-15%. Это очень много. А на фиолетовом рейтинге, если вы играете, то шанс получить читера в команде либо против 20-25%. Из-за этого появляется всегда напряжение, что против тебя есть читер. Любой килл по тебе ты воспринимаешь как чит. Это очень сильно отвлекает, и ты просто всегда напряжен. Вот тут преимущество фейста. Там ты
как-то, ну, доверяешь все-таки площадке. Мгновенный бан читера. Они это рекламировали, все было классно, но за все это время, с марта месяца, я увидел только один ролик, где кого-то забанило во время игры. То есть это как будто и не работает, хотя читеров много и рейдж-ботов много. Леса 9 держу, смогу. Кидай. Еще перед смоком. Хорош, шок. КТ слева может быть. Так, да. Нет. Найс. Пушит. Это темно. Еще темно. Покажи ему класс. А, блядь. Жестко. КТ. Блять. ГГ. Ой, как будто другая игра. Я по другому ощущается. Банан и сайт. А, нет, все равно сусу. В Б заходит. На Б палку. Дайте уже. Нашел. Еще. Найс. Надо, дай ему строк. Светлый, проходите. Может какой-то тризер убить? Слушай, музыка с БДФ второго, ебать. Кон, да как он меня прошел? Ковры. Кто это? Ивана Петровича не переиграешь, ты его просто видел. Вообще не в эту сторону не идет, он просто ждет, и когда я открываюсь, он идет в другую сторону. Да че ты, пиздишь, что ли? Питов нет. Капец, мой. Он питбол, да? Да. Конечно, он даже не дергает. Шок, он с говном играет. Вместе ходить. Nice. Я бомб брал. Ну вот так вот. Ой, бля. Раунд, блядь, два кода. Он с читом, сука. Умница, умница. Кичен. Бенч. Там уже два бэста. Так, мы сыграли 6 игр, и 2 из них были читеры. А поддержал выход этого ролика сайт CSFail. На сайте есть режимы Crash, Jackpot, Колесо, Double, Diffuse, Minor и новый режим PvP битва. Чтобы начать, присоединяйтесь к свободному лобби или создавайте свою игру. Дальше все просто, выбирайте сумму ставки и выигрывайте. Ну а также из последнего это режим Battleship. Это знакомый морской бой, где задача обнаружить все корабли соперника первым, чтобы победить. Ну а также сейчас активен в их телеграм-канале розыгрыш со мной. На $130, нож с крюком, чистая вода. Итоги будут скоро, поэтому ищите ссылку в описании ролика. Ну а также там будет специальный промокод для CSFail. Саптик. Он в целом окей. Есть анимация, которая запаздывает, но час назад это пофиксили. Без шуток, это прям случилось вот сейчас. Но если говорить про разницу пинга, то если у тебя пинг 50, а у противника 5 или 10, то разница колоссальная. Он в преимуществе. В CSGO не было вот такого наглядного преимущества. Но если у всех на сервере пинг примерно одинаковый, то играть комфортно. Но если у тебя прям чересчур высокий пинг, то ты его лучше ощущаешь, чем было в CSGO. Но об этом уже в следующем ролике. Я там расскажу, каково играть на каждом пинге в CS2. Текущий саптик работает на агрессии. То есть это по-настоящему подарок для игроков вроде Донка, которые спустя 10 секунд после начала раунда делают уже минус 3. Потому что они open фрагер. Зачем? А, хорош, бать. Там есть микрофон. Мне кажется, эти звуки нам помогают. Там улица был, да, один? Я убил его. Как ты убил его, шок? Я не знаю, меня бесит, когда играю. Я не туда стрелял. Смотри, я в стену стреляю, в стену. Убил, шок, красавчик. Первый выстрел в стену. Поэтому ты играешь в интермедиа, сел на жопу и сидишь. У меня бомба. Вот шок, вот нашел бомбу. Убивай. А, девятки. Хорош шок, вот. Майн зашел. Да мне не нравится. Пешу, майн. Они, у них соло прям. Даю моменталку за спину, бум. Он фул. Хорош, стронгл. Можно в рампу выйти, флэш дам. Я пока лобби жду. Будка, Сэмка и Ласт. Ты попал, попадаешь хорошо. О, дал, трусы. Убил, молодец. Флешку, моменталку, дом пушит. Бля, он с бомбой посередине улицы стоит. Бля, надо мной. Хорош, еще сайл. Да ты ему через стенку дал. Где это? А, 4 победы осталось. Бля, я убить не могу.
Донат. Ты молодец. А, я понял. Делай, делай. Всё, один. Найс. Сделан с ним. Болик дает. Он стоит. Болик. Встал, что ли? На, вспомнил. Бля, вообще какой уеб... Подбор работает неправильно. Почему я играю в пати с фиолетовыми, мне попадаются синие челики? Зачем мы попадаемся на априори слабее противников, и они в итоге сдаются? Вот зачем? Кэпсайд. Кэпсайд, меня ребут. Это просто позор. Ты со мной смотрел? Да. Лучше шо. Слышь, да. Дайте дроп. Оо, хорошо. Спасибо за сейв таймна. Нет. Две игры осталось выиграть. Зря. Не, у меня лаз. Рам, мидл, мидл уже тут. Тише. Пришел. Зверь, тигр. На. GG, guys. Что, это последнее сейчас? Да, последнее. Сейчас последнее надо. Давайте, last, и все. Так, у меня доставка будет через 30 минут. Идеально все. Сыграть катку, поесть и запустить стрим. Вот, если мы проиграем, все ломается абсолютно. Все. Я могу. Убил его. Я забрал. Убил Тетрис. Двое Тетрис. Яма, двое яма. Ебать, с подрубом. А, блядь, точно. Ай, какой ужас. Никто не блайнд. Два яма вышли. Ну вы это видите, там двое вроде бы. Фласберг и стенки. Давайте сразу Накс. Киньте репорт тогда на стенке. Не, там точно один подрубчик был. И чисто. На Б проходит, нас. Проходит. Хорош, Молик за белый дал. Гэп. Такого спрыгнем просто, не растрим. Давайте, давайте пятером, готовы? Раз, два, три. Пацаны в ахуе просто. Ну тут не было, да, читеров? Не знаю, типа, может, был, знаешь, типа, вот. Он так. Насчет премьера. Мне он не нравится, я не буду в него играть. Я очень сожалею об этом, я верил, что они смогут что-то сделать, но они ничего не сделали, кроме рейтинга. Вот они ничего не сделали нового. Премьер, который сейчас, он, по сути, и был в CSGO, просто по другим названиям. Как можно было это публиковать, не поработав над античитом? Просто вот как? Я не понимаю этих ребят. Разбиваю старт. Где купил? Ну, и авик. Хуя он залетел. Ну вот так вот он. Вот это было неуверенно. И кулаки достал просто. По-моему, ямы и ковришь. А, я сдох. Все, я сдох. А я достану, есть? Я не видел. Пишем в общий чат, сколько мне дадут рейтинга. Кто ближе всех, тот получает, ну не знаю, кому нужно премиум на сабишоке на месяц. 200, Уна, ты... Из-за того, что не как все, теряешь возможность работать. Положение. Какой ужас. Решил добавить контента. Видео бы получилось тупо. Так, все, не говорите. Так. 12500. 12500? Нормально. О, 12700. Обалдеть. Но я недоволен. Да, надеюсь, например. Там пару клатчей. Пару клатчей ставишь. Мне тоже пример не понравился, это вообще ужас. У меня нет желания играть в него. Если забыть про читеров, то Valve сделали все очень классно. Не хватает только вознаграждения в призах. Но античит, да господи, вы просто сделайте хоть его отдельно. Пусть скачиваются файлы, как на фесте. Пусть запускается отдельно. Ну, сделайте, это лучше, чем играть против читеров в каждой трикатке. Исправьте, у вас все будет. Вы же как-то поменяли подход. Стали лучше, правда лучше. Но как можно опять забывать про читеров?
Вы что думаете? В CS 2 их не будет? Не будет ваших игроков. Вы потеряли 18% от того, что было в CS GO. Не делайте хуже.